Йога, с вами Шмики, мы продолжаем проводить игру под названием Япи Психа. И мы, короче, сейчас походу отправляемся, так сказать, в кафетерию, это первый этаж, чтобы устроить праздник. Или не устроить. Чё, не починили никак? У меня есть отвертка, я знаю, куда я могу пойти. А почему я сразу туда не полез? Так. Ладно, батареек у меня много. Подожди, а что у меня есть? Кофе. Сколько у меня денег? Так. 125. Блин, я забываю постоянно посмотреть, как пройти эту комнату, чтобы мне дали косарь. Ладно, полетели тогда на 8 этаж. Там закрыто. Сейчас попытаемся. Главное, чтобы там. Хотя. А хотя нет, я. Буду думать на лучшее. Так, хорошо, сейчас пробежим. Хорошо. Так, отлично. Заново не придется строить, отличненько. Сейчас мы сюда придем. Я у него спрошу, есть ли у меня еще для меня новое что-то. А у меня, наверное, нету, да? Я знаю, где она может быть. В библиотеке. Членская карта видеоклуба Мистерио. Ладно. Давай открутим. Залезем, посмотрим, что здесь. Да ладно, серьезно? Буду знать, хорошо. Тогда идем в библиотеку. И в клуб их не. Это у нас какой? 9, кажется. Я еще здесь не был стоять. Я еще на 9 не был. 7. Вот библиотека. Ихний клуб, получается, находится у нас в. Стоит сохраниться или нет? Наверху, поэтому я сейчас здесь быстренько пройду. Ну, может, проход открылся, слышите? Там, где мы кошаков кормили. А ну-ка. Нет. It's this day, but I have not letter. Слышь, а почему это здесь не перевели? Мы нашли видеокассету. Или никто ее не смотрел? Не находил. Кокон, потерянная лента номер один.
Это что, фильм «Пила»? Окей. Я все равно не понимаю. Теперь я понимаю. Вы получили один лист. Подожди-ка секунду. Здесь лежит старый лист бумаги. После изучения некоторых неофициальных работ по молоту ведьм, я начинаю думать, что мы упускаем ключевую роль духов фамильяров. Паук, летающая мышь, кошка, крыса, белый волк, сова, ворон, жаба и самые важные фамильяры. Змея. Ты имеешь в виду шипение? Ты думаешь, она превратила фамильяра в человека? Хотя, почему бы и нет, слушайте. Блин, но я тогда не понимаю, куда мне идти. Можем заскочить к мужику, к тому. Посмотреть, как у него дела. Приятель, ты там как? Заперто. Я больше не слышу того человека. Окей. Я больше тоже тут ничего такого не вижу. Я не понимаю, куда мне идти. Ладно, нет, тут тоже ничего нету. Тогда пойдемте сюда выбираться. Может, типа, подожди, он говорит, жаба, да, там еще кто-то. Паук мы видели. А змею я еще не видел, хотя... За паука можно много что считать. Ладно, сюда не пойдем, мы уже здесь были. Смысл? Я просто тогда не понимаю, куда мне идти. Два. Я не знаю, как ему помочь. Здесь никого. Хотя они в кафетерии хотели сделать сюрприз. Что у нас там по третьей комнате было? У меня, в принципе, только сюда проход. А там просто закрыто. Что делать? Дом матрица, что такое дом матрица? Были. Хорошо. Могу я тебе показать карточку? Ясно. Она ничего не дает, я понял. Что мне тогда делать? Гуляйте. Но если там эти не ходят, они ходят. А, хотя, подождите. Успел. Пятый. Но пятый это наш этаж. Давайте я спрошу у кого-то здесь. У нее будешь с ней разговаривать теперь? Походу нужно было все-таки с центра что сделать. Больше ничего. Ладно, давайте тогда пойдемте в наш ПКшник пытаться
пытаться как-то что-то делать. Мне же нужно, типа, всю почту, да, найти? А-а-а, вон оно чё. Теперь я всё понял. Мне нужно письмо это споймать. Да? Который летает туда-сюда. Синтра. Пипец у меня лицо. Стремное. Ладно, ну уже больше не страшно. А вот как мне споймать это письмо, вот это уже другая проблема. Так что здесь я по сути все облазил. То письмо хер споймаешь. Ладно, давай еще смотреть. Тут я... Ну, осталось только письмо, которое там летает. Все. Ну, я не знаю, в какой он момент отлетает. Типа в этом, понимаете, в чем проблема? Я понимаю, что мне нужно использовать и споймать как-то в то письмо последнее. Я просто даже не знаю, как он отбивается от стенок. А вот, вот. Хорош, Синтра, хорош. Письмо улетело из-за тебя. Ну, считается то, что я его успел прочесть? Или нет? А, бля, походу нет. Ладно. Просто очень тяжко так использовать. Как-то найти там что-либо. Даже просто письма не видно, как они там летают. О. Не на могиле девушки. А-а-а. То есть мне только это хотели сказать, а где мне лом искать? Как мне туда вообще попасть? Да уж. 7. Чё у нас по 7? Библиотека. Может, давайте на 10 сразу. Здесь все еще красный телевизор. Ладно. 9-е кладбище, да? Но это место, в которое я не могу попасть. Со вкусом и богатством. Ладно, поехали на 8-й. Может, тут где-то змея имеется в виду? Тут змей я не видел. И все. Это веревка. Я не знаю, куда идти. Куда
Тогда я могу еще сходить, подождите. Давай на пятый пойдем к мужику. А, смысл? Ну как? А, вот, можно с ним поговорить, в принципе. Че туплю? Я не слышу тебя, я не нужно что-то. Я продаю, просто возьми и уходи. Может, туалет? Ну, в туалете был. Он все смотрит. Мотивирует себя, так сказать. Все, хер на что делать. Инвентарь. А хер его знает. У меня остались предметы, но... такое. Я тогда сам не знаю, что мне делать. Ладно, давайте тогда... ждите. Короче. Посмотрела, куда идти. Нам нужно с вами идти в улей. Мы же с вами, помните, этот убрали, газ. Поздняя анимация. Воды тут нету, да? О, есть! Я еще одну чашку получил, отлично. Походу она понемногу наполняется. Я смотрю, что здесь этого нету больше. Ядовитого мужика. Или его тут не было? Кстати, чего-то я немного не догоняю. Почему-то здесь тупик стал. Странно. Как я выбирался наружу? А, и в бассейн, смысл. А смысл? А, и я никуда не могу пойти, да? Круто. Что мне делать? Почему там вообще вход закрылся? Я этого понять не могу. Я мог это нормально проходить. Окей. Меня не хотят никуда пропускать. Нам получается только возвращаться обратно. Мы вернемся обратно. Я все равно не врубаюсь, куда мне идти. Типа она уже не идет, да, отсюда, пока меня не споймает. Клыкастая тварь. Я хочу за водой сбегать. Уходи. А, точно. Бочка с водой пуста. Бля, я снова не знаю, куда идти. Короче. Белл. 8028. То есть колокол Белл. Это шар, да? Короче, выбираемся отсюда. Теперь выбираемся отсюда. Что мы теперь делаем? Мы бежим к лифту. Да.
80-28. И получается раз, два, три. О, 80-28. О, все, мы теперь куда-то отправились. Так, полетели. Тык-тык-тык. Потолок гораздо ниже, чем обычно. Но на каком я этаже? Может, и между ними? Ладно, у меня есть фонарь. Ну что, рели просто между? Ух ты, 100 кредитов. Здравствуйте. Пусто. Охотник. О! Это было неожиданно. Стой, а если я... Только карандаш. Табличка гласит «Офис Эр Корва». А, дверь закрыта, рядом с ней устройство, которое выглядит как счетчик карт. Вы использовали ID-карту Корва. А кем он был? Здесь письмо, в нем написано. Я знаю, что обычно тут... так. Обычно ты ведома интуицией, но сейчас я не могу верить никому, кроме тебя. Помни о том, что я сказал о ее духах-фамильярах. Подпись Йен. Здесь записка, в нем написано, ты... Повидал мне отличные новости, дорогой друг. Теперь, когда мы знаем, где она спрячется, и у нас есть так кинжал, теперь это только вопрос времени, когда мы сможем сломать печать на секретном входе. Надпись ААМ. На стене висит золотой ключ. Вы получили золотой ключ. На нем надпись «Семейное кладбище». А, ну я тогда знаю, куда это... Тогда я знаю, куда это. Чё у меня по ХП? И так сойдёт, ладно. Поехали, короче, на 8-й. Ключ, скорее всего, от врата, да? Ну, по идее, да. Я знаю, чем это может закончиться. Вы использовали ключ. Я видел эту сову раньше. Так, подожди, а теперь мне интересно такой момент. Сколько у меня батареек? А, так у меня еще. Должно быть, эта гробница принадлежит семье Синтра. Хотя я не... Так. Не вижу имени. Добро пожаловать, эта гробница принадлежит семье Синтра. Хотя я и... Не узнай имя. О! Эта видеокассета, она называется «Видеоклуб Мистерио. Появление». Вы получили видеокассету. Окей, у нас есть видеокассета. Наверх я не пойду сейчас. Это фонтан с застоящей водой. А, туда нельзя, найс. Ну тогда он только наверх. Дверь заперта, но что-то под ней есть. Сова. Ты думаешь, я за тобой не... Побегу, не догоню тебя? Сомневайся.
Так, он сейчас сюда сядет. А ну-ка. Или мне достать нужно камень? Ну, тогда нам придется сову как чем-то споймать. А могу я, короче, сюда высыпать эти таблетосы с сном? Может, если я разбавлю парочку их в этом пилюле от бессонницы, выспользую... Ага, вот. Сейчас, короче, мы ее туда позовем. Скажем, слышишь, лети, короче, пей водичку. О. Она спит как сурок. Теперь, когда я рассмотрел ее вблизи, один из глазов выглядит стеклянным. А стоит ли вытащить? Да. Вы получили стеклянный глаз. Извиняюсь, мистер Сова. Осмотреть. Он сияет, как рубин. Использовать. Ой, я не сохранился. Так, любви всей нашей жизни. Рэй Синтра. 1961-1972. Не похоже, что здесь есть какие-то зацепки. Ну что ж, хотя я мог бы попробовать сдвинуть крышку гробницы. О боже мой, о чем я думаю? Осквернить могилу в первый рабочий день? Стоит мне открыть гробницу? Нет. Да, я приоткрою немного, чтобы смотреть, и потом закрою. Нет тела. Что-то сверкает внизу. Вы получили колокольчики. Это принадлежит ребенку? Наверное, мне стоит вернуться в свой офис как можно быстрее и рассказать Синтре о том, что происходит. Главное, чтобы сейчас какой-то... Призрака там не было. На самом деле, да, странно то, что на меня призрак тут не напал. О. Пастернак, какое совпадение. Я только что сходил в столовую, нам надо помочь с приготовлением ко дню рождения. Чего дня рождения? Дня рождения Хьюга. Ой, извините, но я не могу, мне надо добраться до своего офиса. Но все в столовую. Но все в столовую, ты не собираешься помогать? Не могу, мне надо вернуться в офис как можно быстрее. Зачем там так спешить? Даже на... Так. Даже та милая новенькая девушка из Улья там. Кейт? Я не знаю ее имени, сладкий, но она Так. Спрашивала тебе. Ну, если ты так занят... Фу, ну ладно. Я скоро пойду. Приду. Подойду. Но только ненадолго. Смотри, кого я привела на помощь самого Пастернака. Могу я... Эй, ты не найдешь отсюда так рано. Черт, ладно. Пастернак, тебя тоже похитили? Да, но я не могу оставаться здесь ради для... Так, остаться здесь ради дня рождения. Мне надо вернуться в офис. Что, почему? Оу. У тебя есть новая информация, верно? О, скажи мне, скажи. Оказывается, что у семьи Синтра была дочь, Рэй Синтра. Это имя звучит знакомо. Девушка умерла, не так ли? Это отличный вопрос. Я был бы... Так, я был в семейном мавзолее, и ее могила пуста. Я думаю, что она ключ к пониманию всей ситуации. Осквернение могилы в рабочее время, Брайан. Ты мой герой. Можешь на меня положиться, я как могу, так тем тебе и помогу. А мне надо вернуться в офис, можешь ты отвлечешь Расту? Я придумаю что-нибудь по шпионю, а пока мы должны притвориться, что все еще работаем. Здесь лежат десятки подарков, похоже, что у Хьюга очень много друзей. Это груз с крюком.
Чем я могу помочь? Я надуваю воздушные шары, дай мне минуту, и потом ты сможешь их развесить. Держи руки при себе, постараюсь, этот хлеб вам пригодится позже. Что ты делаешь, Чепмен? Ты имеешь в виду этой сельской вечеринки? У меня свои связи, так, деревенщина. Кто-то сказал по громкой связи, что я могу попасть со второго этажа на вечеринку. Это оказалось неплохой идеей для того, как я попал сюда. Почему люди работают? Где коктейли и наркота? Предполагаю, что здесь будут вечеринка, нет? Она еще не началась, мы все еще готовимся к ней. Знаешь, перед праздником надо поработать и все подготовить. Я не знаю, о чем ты говоришь. Я думаю, что я так. Я посвящу свои старания флирту с той сексапильной рыженькой. Она смотрит на меня с того момента, как я пришел. Ага, как нагло. А, Мэлоун, я не знаю, если... Ты не знаешь, если что. Ты абсолютно прав, дерзай. Мне не нужно твое разрешение, деревенщина. Эй, Кейт, чувствуешь себя лучше? Ах, да, восстановила силы, спасибо. Что ты тут делаешь? Тебе тоже впустили в это... Я пришла посмотреть, есть ли у нас кофе, который я тебе должна. Они рассказали мне о дне рождения, Хьюго. Кофе, точно, я совсем об этом забыл. Что ж, теперь мы можем его выпить с пирогом. Хе-хе. Я не знаю, что здесь делаю, я должен быть в своем офисе. Кроме того, если честно, то мне не очень нравится Хьюго. Не будь таким, Брайан. Запомни, что товарищи важны в компании, особенно когда это твой коллега по офису. Кроме того, всегда хорошо работать в команде. Ты так не думаешь? Если ты так говоришь... Я мою стаканы, я дам тебе знать, когда я закончу, чтобы ты мог... Так, помочь мне накрыть на стол. Конечно. Пастернак, я закончила надувать шары. Не мог бы ты их развесить? Конечно. Разве ты не должна помогать? Ладно. Ты готов? А? Ты скоро попробуешь... Так. Ты скоро попробуешь меня? Мы увидимся позже. Вы получили 5 воздушных шариков. Размести их на розовый пьедестал, который находится по всей столовой. Ладно, начнем тогда с отсюда. Чё? Это груз с крюком. А. Использовать. Осмотреть. Так, украшение для вечеринки в честь дня рождения Хьюга. Использовать. Необщительное. Ой, ой, упс, о нет. Ты в порядке, дорогая? Я совершенно забыла. Я оставила подарок в своем офисе. Но они все здесь, на столе. Точно. Но это был особый подарок, который я купила сама. Тогда забери его быстрее. Мне понадобится помощь, чтобы донести его, так как он весит 40 фунтов. Мистер Пастернак, может вы поможете мне, так как вы такой мускулистый? Да, конечно, без проблем. Стоять. Лучше я пойду с тобой, Пастернак занят шариками. О, нет, теперь я вспомнил, что подарок не существует. Мускулистый, 40 пунктов. Жмот пола, блядь. 40 кгшка. 40 фунтов, 400 фунтов. Я закончила со стаканами. Можешь кто-нибудь их расставить? Я иду. Там где цветы, да, короче. Вы получили 6 стаканов. Поставь их на большой стол, как и я. Так, как я приготовил. Можно, пожалуйста, сразу использовать? О, спасибо. А, знаете, я сейчас подумал, типа, нужно осмотреть. Хрустальные бокалы для вечеринок в честь дня рождения Хьюга. Использовать. Я закончила с тарелками, Брайан. Я иду. Брайан, это твое имя, Пастернак? Да, я в пригороде всегда использую первые... Так, используются первые имена. Меня зовут Ирина. Как мило. Я
Катерина Хикс, но ты можешь называть меня Кейт. Марта, Марта Соса. А я Дженна, и я стрелец. А что это? Сельская жизнь? Как тебя зовут, чемпион? Энтони, как и моего отца. В семье меня все зовут Тони, младшим. Но я... Отлично, довольно разговоров. Юга идет, а мы еще... Так, а мы еще не закончили с приготовлением. Просто обнадежила мужика, который считает. О, подожди, мне тарелки, да, нужны? Или что мне нужно забрать? Пустая чаша. По идее, все. А что мне еще? Подожди. Она говорит, тарелки? А, вот тарелки стоят. 10 тарелочек. Ой, ой. И сладости, и со свечами наверху. Торт? Точно, так как ты много знаешь о тортах, Пастернак, не мог бы ты принести торт, пожалуйста? В этом нет нужды, все под контролем. Может, я все-таки схожу за тортом? Окей. Осмотреть. Тарелки для гостей на вечеринку в честь дня рождения использовать. Теперь придется приготовить сэндвичи с сыром. Пастернак, подойди, я тебе покажу тебе как. Окей. Пс. Ты о чем-то думаешь? Я проанализировал ситуацию, и наш так злейший враг здесь это Ростова. Я использую свои социальные навыки, чтобы отвлечь ее, а ты сможешь сбежать. Отличная идея. Дорогая подруга и коллега Ростова, я слышал, что ты любишь покушать. Кто тебе это рассказал? Они называли меня обжорой? Нет, я имею в виду, в компании твоя еда знаменита тем, что она аппетитна и вкусная. Ты не могла бы мне записать рецепт для курицы с сыром? А, конечно, это потому что я использую традиционные рецепты. Подойди сюда, и я дам тебе пару советов. Ты определенно не так питаешься. Мой шанс. Валим. Давай, спускайся. Ой, извини. Мистер Спейдер. Здравствуйте все, я надеюсь, что я не опоздал. Торт, вы пришли вовремя, Спейдер. Поставьте его на стол. Спейдер, то есть паук? Пастернак, я слежу за тобой. Черт. Что же, чем я могу помочь? Нам надо сделать сэндвичи с сыром и пунш. Ну, почти не осталось времени. Юга может прийти в любую минуту. Тогда за работу. Эй, я тоже хочу помочь. Здравствуйте, мистер Спайдер, меня зовут Чемпион. Я сын Тони Чемпиона, я не знаю, если рад встрече. Так, как насчет того, чтобы мы начали готовить пунш с сэндвичи? Эй, малец, извини, я не знаю твое имени, не поможешь нам. Я? Конечно, он готов-то. Говорит с тобой, неси сюда свой вонючий зад и поработай немного, ленивый засранец. Чемпион, прошу, не надо так выражаться, мы все здесь партнеры. Ты прав. Мои искренние извинения, Пастернак. Как насчет того, чтобы я сделал пунш, а вы вдвоем займетесь сэндвичем? Какая великолепная идея. Эй, дорогой друг, не подскажешь ли ты, как готовится сэндвич? Вы кладете ингредиенты и нажимаете кнопки. А где ингредиенты? Сыр в холодильнике, а хлеб можно найти на одном из столов. А я жду, партнер. Я тебя понял. Ух ты, и 10 хавчиков. Пунш, который он делает, очень странный, из зеленого цвета. Вот ингредиент. Отлично, смотри на шефа за работой.
Смотри, чтобы вот это, то, что он готовит, это была не та слизь, которую мы с тобой вылили. Готово, вот они. Разве они не пахнут великолепно? Вы получили несколько горелых сэндвичей с сыром. Они все горелые. Это мой персональный штрих. Поставь их на стол, быстрее, Хьюго скоро появится. Окей, окей, окей. Смотреть. Горелые сэндвичи для вечеринки. Ой-ой-ой, почти все, выключай свет. Эй, есть здесь кто? С днем рождения! Что? Спасибо, друзья, вы лучшие. А давайте начинать вечеринку. Торт очень вкусный, ты пробовал его? Эй, Ростова, мне надо уйти. Делай, что хочешь. Я уже помог и был здесь достаточно долго. Я думаю, что могу уйти, нет? Тебе не надо ничего объяснять мне, дорогой. Если ты хочешь поддержать коллегу... Не хочешь поддержать? Доши? Доши, 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 Доши! Доши, Доши, Доши! Выключите свет и готовьтесь попасть в Нирвану. А мне ж нужно было ему еще что-то принести, да? Ну ладно. Ничего себе. Ну, я думаю, давайте, наверное, на этом закончим. В следующей серии продолжим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.